Друзья, всем привет! В этом видео мы будем укреплять наш пресс. Все упражнения будем делать из положения лежа. Ложимся, приподнимаем голову и обнимаем правую, потом левую ногу. Чередуем правая, левая нога. При этом голову мы не кладем на пол. Голова всегда на весу. Пытаемся ее прижимать к коленке. Делаем это упражнение 32 раза. Меняем ноги как можно быстрее. Голову не расслабляем, пресс постоянно напряжен. Носочки тянем, коленку до конца выпрямляем. Прижали колени. И теперь пружиним руки в пол. Ноги слегка выпрямили. Пресс напряжен, шея напряжена, пружиним руками. И теперь начинаем подниматься вверх. Ноги держим наверху. Это упражнение также делаем 32 раза. Голову опускаем до конца. И опять пружиним руками в пол как можно быстрее. И потянулись, отдохнули слегка. И теперь вытягиваем руки, потом сгибаем колени, поднимаем голову. Ноги поднимаются по полу, носочками скользим по полу. Напрягаем пресс, чувствуем мышцы пресса. Продолжаем делать. Каждый раз голову открываем от пола. Поднимаем правую ногу, правую руку. Нога скользит по полу. Можно приподнимать голову. 3,50. Поменяли ноги, поменяли ногу, поменяли руку. Чувствуем, как у нас также напрягаются мышцы шеи.